проводили атаки и контролировали игру. Но еще надо еще, мне кажется, это делать острее и в плане движения и в плане точности передачи. То есть подходы были, мы зарабатывали. Да, позиционная атака против позиционной обороны, когда соперника мы, в общем, оборонялся на своей половине, это всегда сложно. Но, тем не менее, мы добирались до мяча. Мы заработали много угловых, неудачно, к сожалению. Добирались хотя до мяча, но неудачно. Обидно, что не выиграли. И обидно, что они не довели до завершающих ударов в этот момент. Ожидали, что настолько вязкая игра получится? Ну, да, команда играющая. И если команде давать играть, она начинает играть в футбол. Так она играла со всеми своими соперниками. И мы предполагали, что так и будет. И мы с первой минуты оказывали давление, потому что наша задача была подавить это и именно контролировать эту игру. Для того, чтобы не было игры у соперника. Да? Мы, собственно, с этим справились, но мы не забили. Приезд внимания Печиновича добавил положительных эмоций? Да, конечно. Мы рады. Ребята рады, и Печинович, добро пожаловать домой, мы ему сказали, и, безусловно, мы на него надеемся, на его опыт, на его мастерство, и на его помощь.